Отдел координации общественного питания регулярно мониторит рестораны, кафе, столовые и прочие объекты общепита. По поручению главы города на постоянной основе сотрудниками департамента курортов туризма и потребительской сферы на постоянной основе проводится наблюдение за предприятиями общественного питания в рамках соблюдения санитарного порядка и санитарной уборки. Было осмотрено порядка 15 предприятий. Санитарное состояние у всех удовлетворительное. Держим на контроле. Только в этом ресторане проходит около 15 тысяч посетителей в месяц. Хоть и работает заведение год, все санитарные нормы строго соблюдены. Сотрудники обрабатывают все поверхности в зале. Каждые час-два проводится уборка и дезинфекция помещений и так далее. Ну, потому что всем гостям хочется чувствовать себя в безопасности. И для нас это, естественно, первостепенная такая задача, чтобы все гости, приходя, чувствовали, что все точно будет хорошо после того, даже как они от нас уйдут. Второе заведение открылось совсем недавно, в начале июля. В день здесь принимают более 800 гостей. В смену выходит 30 сотрудников, и все участвуют в санитарной обработке. В наших ресторанах санитарные обработки проходят каждый день. С утра готовится ресторан к открытию. Далее, после каждого гостя, убираются столы. По требованию гостей выставляем санитайзеры для обработки рук. В Сочи более 2000 объектов общественного питания. Из них с начала летнего сезона свыше 1000 были осмотрены сотрудниками администрации города. Юлия Жукова, Сергей Щербин. Время новостей.